Участники комитета облдумы по вопросам безопасности затронули тему полноценного запуска системы 112. Проблемные моменты подробно обсудят на ближайших заседаниях. А сегодня парламентарии говорили о смертной казни. Депутаты обсуждали мораторий и предпосылку к его отмене. Если большинство парламентариев выскажутся «за», то соответствующий запрос будет отправлен в федеральные органы. Обстановка, хоть она дискутируемая, конечно же, дискутируемая ситуация, но обстановка складывается так, что у нас, к сожалению, не уменьшается количество, вот, чтобы мы знали однозначно, изнасилование детей, убийство детей. Террористы. Постоянно вот это, и мы, может быть, все-таки, опять же на дискуссию, может быть, все-таки еще раз вернуться к тому, что подонки, которые совершают эти преступления, они должны знать, что это государство ответит на это смертной казнью. Согласно Уголовному кодексу, смертная казнь в России есть, но на нее действует мораторий, и лицам, которые могли бы получить данное наказание, назначают пожизненный срок. Также Михаил Ильиных поделился с журналистами информацией, что будет обсуждаться на первом после летних каникул заседании Думы на повестке закона о бюджете и меры для привлечения инвесторов в Мурманскую область.